Сегодня 16 февраля 2015 года. Приезжая мимо, увидели паленую украинскую технику советского производства. Вот, это сюда прилетела болванка. От чего болванка? РПГ-7 наверняка. 7. Так, подпилило немного борт. Хотя могли из противотанковой, но что-то уж больно повреждения легкие, даже траки целые. Да, что, видимо, непонятно, от чего он все-таки не нашел его проникающего. Вот, неоднократно прошило осколками. Вот, видимо, рядом рвались мины, не знаю уж, как бы до или после боя. Вот, но это все осколочное. Да, ну, я не говорю, не нашел проникающего. А чего все-таки он погорел? А, или вон, подожди, вон дырка, вон, не? Не она? Нет, это не дырка. Вон, рядом от курсового пулемета, не она? Вон, под снегом, видишь? Да, действительно, есть какое-то отверстие в башне. Вот, возможно, сюда вошел. Но если его в лоб пробили, то, конечно, вообще удивительно. Не, а рядом с пулеметом он. Рядом. Рядом отверстие в башне, видишь? Вон, видишь, вон по снегом. СРПГ, ебать. Наверное, да. В общем, кому-то... Кому-то, да, там, не повезло, прилетело. Не повезло. Не повезло, да, в тот день. Говорят, подбили его один из первых дней боев. Угу. Вот это меня впечатлило тоже. Вот это вообще сгоревшее. Вот, а вот это, видимо, кто-то пытался до последнего сдать задом. Судя по тому, как лежат провода. Ну, непонятно, то ли заглох, то ли его все-таки гасанули. Но, как говорится, даже выглядит красиво. Вот как-то так выглядит печеный укроп. Куда, сюда его долбанули куда-то, да, наверное? Да, позвольте. Зачем так его, как думаешь? Тяжело, видишь, если был бы град, был бы обгорело. То есть это артиллерия, да, накрыла? Да. Ну вот, говорят, накрыла артиллерия. Падаю. Еще разок. Не ваны.